это лидер нашего баскетбола, поэтому для нас это хороший вызов. Но самая главная задача – это показать хорошую игру, достойную игру, получить от этого удовольствие. Мы недостаточно были агрессивны в защите с первых минут, то, что хотели. В нападении, да, были ошибки, но, в принципе, свои очки мы набрали. Но я недоволен игрой в защите сегодня.